достаем розы. Смотрим, что с ними происходит. Такой красивый дым получается у нас в результате. Держите. И под мой счет, не бойтесь, не бойтесь, под мой счет со всего маху об стол. Давайте. Раз, два, три. Бьем. Ух ты! Наша роза разлетелась на маленькие кусочки. Давайте посмотрим, что же с ними стало.